проснулись, божечки, как прекрасно. Не, ну, в садик отвели, конечно, в 7 утра. Ну, потом проснулись аж в 11, так классно, птички поют. Ну, это же так прекрасно. Никто не орёт. Все прекрасно, пьем кофеечек тут. Мама дорогая. Позавтракали спокойнюсечко под пение птичек и демо. Да, идем зараз забирать нашу говняшечку. Ой, вообще на релаксе. Сегодня она аж до часу. Ну, до 12:15. Капец. Идем забирать. Сегодня у нас с Виталиком первое родительское собрание. Мы уже такие старпёры, что пойдем на первые родительские сборы. Ось так, типа мы уже взросли дуже. Будем там на взросле такие темы размовлять. Вот так. Все, так что мы выдвигаемся за нашей козявочкой. Всем хорошего денечка! Забрали уже нашу Ниточку малую, да? Забрали. Ой, мамина булочка. Ты в садик ходила, да? Нет. Нет. Вот так вот. На камеру. Не любит позировать на камеру. Так что такие вот дела. Идем сейчас гуляем, гульки гуляем. Ага, глянь, как прыгает, да, ворона? Прыгает. Прыг-скок, прыг-скок. Ух ты, глянь, сколько деточек. Ага. Ворона там, кар, кар, да? Ворона такая, что может клюнуть даже. Господи. Что с ней сталося? Му-му-му-му, давай, давай, ягодку, давай. А, мне идти? Ну, давай, давай. Мы уже сходили на собрание. Это такое, конечно, бесполезное собрание. Ну, хорошо работать. Ничего нового нам там не сказали. А сейчас мы занимаемся очень-очень важнейшим делом. Сейчас покажу. Клеим тут наклеечки в садик. Подписываем все вещи. Так что такие вот дела. Весельем тут занимаемся, в общем. Веселое веселье такие. Крутяк. Веселье веселое. Мы тут уже поели суши. Сейчас будем смотреть наш сериальчик «Родители года». Хотим, в общем, купить мужу очки, потому что у него зрение -2. Но он все отказывается. У него есть такие супер-мупер очки. Но день, пожалуйста. Ну, а не держи, не держи. Одного уха нема. И очки там побитые. Ох уж эти мужчинки. В общем, сейчас уже будем смотреть. Уже родители года настрогали. Еще второе название. Мы уже на втором сезоне, третья серия. Вот будем смотреть. У меня уже 313 подписчиков. Ура, ура. К 1 сентября у меня 313 подписчиков. Представляете вообще? Супер-пупер!